Ya patito. Alô?
Алло. Да. А чё ты на классических не захотел? Не хочу больше с формулы на формулу скакать. Фига ты серьезный, смотри. Да не, ну просто поигрались и хватит. Больше не хочется. Тут всем приводишь пару десяток с круга, еще не хочешь с формулы на формулу скакать. Жестко. Пока что. Будет НРС, кому мне привозить надо будет. НРС не будет. Почему? Ну, по крайней мере, до 20 февраля уж точно ничего не будет. Ну, я знаю, что до 20-го не будет. Ну, блин, какая разница-то? Там у них еще непонятный берандик, что со светом у него постоянно, плюс. Ничего у него со светом не поменяется. Ну да, вот именно. К Будут ли сожалению. они из этого менять что-то? Так, где Жуков? Его нет. А что, только А, из-за нет, Мирандикса зашел. все решается? Нет, плюс этот переезжает. Как его? О, Федя? Нет. Какая разница на Фезина? Талиб. Все, понял, да. Вот поэтому до 20 февраля точно нет, а потом не знаю, будут ли они вообще организовывать. Не знаю, я уже в любом случае в эту иностранную лигу пойду кататься, уже договорился. Основным? Ну да, в Да, в принципе, наверное. первом тире. Там еще Артема Фролова Да, туда видел, позвали. видел. Ну и решил, что я не пойду. Все-таки для меня это поздно, в понедельник, да и нет желания по будням катать. Не наоборот, если будут гонки только по будням, это прям самое оно, тогда все выходные свободные. Вопрос только в том, какой у меня теперь будет рабочий график, будет ли он позвонять по будням кататься или нет. А то иногда работа до 10 может доходить, и там, понятно, уже не покатаешься нигде. Сколько? 18 пилотов. Нету Серебрякова и А, он кого-то с перезаходит, Вильямса. понятно. Ага. Серебряков перезаходит, правильно? Надеюсь, я на какой-нибудь подиум приеду. Главное нормально, гладенько проехать, в принципе, все, чтобы жопу постоянно не сносило. И чтобы Потому меня что это еще прям... лагающий чел не убил. Не, ну этого вроде нету больше. Кстати, да. Да, нету. Блин, так не повезло. Сколько я очков в чемпионате потерял-то? Прилично. Ну ты бы, скорее всего, третий приехал. Получается, Не, сколько? второй. А, Серебряков же точно. Ну да, Там тогда штраф 40 был у очков Серебрякова, потерял. да. Тогда 40 очков потерял, Ну, не 40, практически. я забрал 2 за Ну, лучший круг и один, по-моему, практически. за... Ну, да. 35 это потерял. Ну, Он бывает. опять, походу, вылетел. Не повезло. Помню, у меня в прошлом или в позапрошлом сезоне ВЛ просто вылетало из-за каждые 5 минут где-то. Не смог доехать. Кстати, Да? идеально. Я, ну, ушел из-за этого, из-за чемпа, из-за того, что вылетало. И сразу начался АПРЛ. В это же время. Что?
Ты откуда ушел? Ну, из ИЛ, потому что у меня каждые 5 минут вылетало почему-то. А. И как раз АПРЛ начался, то есть я бы не в АПРЛ не катал, если бы. Ну, скиньте, алло. Ну, сука, дурак, боже, ёбаный рот. А, только Серебров остался, да? Да. Я его в друзьях тоже нет, чтобы я его кинул, привез. Даже если был, какая разница? Почему? А, тут же не кинуть, блядь, да? Я забыл про это. А ну-ка, хуй, да, иди, папа, я в рот. Начинай, кто это слушает? Да, так все можно было, я зайду, полиция берет, и все, начинайте. А во втором Зиве тоже фул лобби собирается, да? А тут заменами добирают, да? В первом. Да. Тут прийти, наверное, с первого дивизиона. Это какой-нибудь этот Кобзет. Гладков, не знаю, кто Тридцать такой. первого или 32-го? 32-го, да. Кто тут еще? Колтон такой, Дронзиков, да. Гасанов, Станислав, вот этот вот Xbox. Ну ладно, не треть, но около того. Власов постоянно сейчас переходит и нормально ездит первым диви. А, Власов еще точно. Только его сейчас нет. А, ну, тем более. Он второй див разносит, а потом приходит и первый нормально катает. Я тоже так умею. Я тоже не против. Не, я против, это дофига. В принципе, второй диф это будет избиение. У меня уже был один раз такой, когда в НРС пустили, но там Я помню. насрал я чуть-чуть. Да, я помню, в Саудовской. Надеюсь, дождя не будет, я его не смотрел. Не, я дождь не смотрел. Тоже не смотрел дождь? Жестко. В принципе, я не против дождь. Я в последнее время научился нормально ехать дождь. Со времен, наверное, Бельгии дождь не катался. Да. А, не, вру, к Сингапуру катался. К Сингапуру дождь, да? А, ну я тоже катал Ну, дождь. к Да, Сингапуру, я тоже да. к Сингапуру дождь катал. Алло. Думал, мало ли только у меня зависло. Да нет. Пока все так, как обычно идет. По-моему, слышу дождь. Я не слышу ничего. Нет, сейчас уже не слышу. Мне вначале показалось, что дождь. Опять они 100 лет грузятся, вы чё, на приколе? Ура, Все сухо. сухо. Так, ну, как обычно, сейчас запущу и сразу же поеду. Ты выезжаешь, да? Да.
выиграл, пока с Вильямсом только выехали. Ты его погнал? Да. Он меня сам пропустил. Что-то вижу, впереди птианицы. Ладно, я выезжаю. Смотрел заезд на питы. Удачи. Спасибо и тебе. Мам, телевизор не включай, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не включай. А, или ты выключил, пап, там. Хорошо, включай. Такой себе круг. 32,8. То же самое. За сколько? 32,6. А, да? Всего лишь? А да. Сколько это резюм? Забавно. У меня 638. Ну, блин, у меня я вообще 602. Прям говнецо круг получился. Что-то как-то получается все плотно. Раз я четвертый, а ты первый. Полторы десятки у нас разница. Я уже не плотно.
Надо улучшать, улучшать причем много. У меня такой круг с помарком, вроде нормально. Не, мне вообще мой круг не понравился, там хуеты много было. А, ну Поляков со мной одинаковое время вообще показал. Абсолютно. А Артём? На десятку практически. Отстал. Но я, судя по временам, первый сектор вообще всрал. Надо еще раз выезжать. О, по трению заезд пяты. Ну там тормози где-то сразу после линии. Через буквально метров 10 после этого, как его. Границы трассы. Интересно, а что, пересекать там можно уже дальше? По идее-то пофиг. Никто не запрещал. Не, ВЛ вообще запрещено пересекать линию питлейна, но по идее там же это бред, правильно? Там, иначе теряешь секунду. Там секунду где-то теряешь. Плюс никто онборды не пишет, не проверишь. Не, я думаю, там можно, пофиг. Это ты уже на прямой едешь? Да, да. Быстро. Но, поскольку передо мной Олег Антоненко, я лучше отпущу его. Меня слышно? Алло. Thank you.
Ну я запорол круг. О! Запорол на пол позиция. Одобряю. Ты тут? Да, я тут. Не, у меня первый и второй сектор вообще в говне. Я тоже. Я вообще пару воротов идеально проехал. Пару вообще запорол. И пол позиция пока. Неплохо, неплохо. Не ожидал такого. Мне Китай, в принципе, нравится, но просто практики мало. Собраться сейчас, нормальный круг показать. Собрать первый, второй сектор. С третьим-то, в принципе, все в порядке. Третий там прямая шпилька. А, ну еще последний поворот, кстати. Да, это, блин, тоже, знаешь, можно сколько потерять в этих двух поворотах. А да, кстати. Последний поворот такой коварненький тоже. Меня сейчас вообще поднесло в первом секторе, сука, ну, я там две десятки теряю, по моим ощущениям. А где тебе у нас первым? На выходе? На выходе из второй улитки. Я понял. Ну да, она такая. Типа я сейчас смотрю, у меня времена вообще всратые, блин. Типа я у тебя только в третьем секторе 140 отыграл, а в первом-втором, соответственно, в первом проиграл 150, во втором проиграл десятку. Я на вторую попытку, на третью, точнее, попытку. Давай. Надо собраться. А то время пососное, мягко говоря. Для себя уж точно. А Серебряков, я так понимаю, так и не зашел, да? Да, второго Мерседеса я не вижу. Да, 19 пилотов его нет. У меня лучше первый и второй. From the speed trap, 325.2 kilometers per hour. All clear the garage, please. Cars ready to leave. Удачи. Спасибо. И тебе. Слышишь?
Ой, проебался. Поздравляю с полом. Алло? Да блин, на самом деле, да-да-да, время такая хуета. Вчера на тренировке, чтобы ты понимал, я на 0,2 быстрее поставил. Понял, круто. А у меня пони 4, да? Да. Ну я бы столько не улучшил. Герман тоже. Я второй? Не улучшит. Да, Герман не улучшит уже все. Так, Артём. Он еще и Артему помешал, да. Артем вроде улучшает. Непонятно от кого, это дельта непонятная вроде. Ну, на пол я сомневаюсь, конечно, что улучшит. Не, на пол точно, вопрос меня ли прибьет. По-моему, десятка может быть от меня даже. Найс. Ну все. Это Санов едет, подожди. Ну, не настолько же, ну. Это, конечно, похвально твоя вера в чувака такая. Все. Ну ладно, теперь забыли по квалификации, я все-таки смог кое-как через кое-как у круг собрать. Блять, кое-как круг собрал на 0,3 лучше второго места. Блин, когда знаешь, что. Когда знаешь свой потенциал, понятно. Это главная гонка. Так, мой напарник нормально. Седьмой, хорошо. Мам, можешь чуть потише, пожалуйста? Мам. Ах ты же, блин, получается. А мой переиграли. Напарник шестой. Вот это фигово, мне не нравится это. Не, да понятно. Сейчас прикинь, окажется, что там было солнышко, а оказывается, дождь будет 80%. Не-не-не-не-не, там бы показывало. Я даже не смотрел процент, и, по-моему, их не было. Тут, по-моему, точный прогноз. И, но в любом случае, у нее такого не будет. Сейчас, главное, вот эта вот улитка, это сейчас будет что-то очень страшное. Так что, если что, вдруг... Сильно широко... Я буду, поскольку на внешней стороне, сильно широко в меня не уезжай. Да, нет, въебусь, я тебя разверну. Чего? Въебусь и разверну. Ну, короче, ты понял. Конечно. А то вчера как раз-таки Герман въебался в меня, когда мы старт гонки дали. Я сам развернулся. Я еле выжил. Понял. Медиум. Я не буду на медиуме стартовать. Это бред. Я в Сингапуре проебался с этим СК. А за нами два меда. Кайф. Тут? Да, здесь все слушаю. Я миды все-таки боялся брать. Опять СК какой-нибудь будет, а тут миды довольно долго живут, и если СК будет, то я точно ничего не выиграю. В Сингапуре миды, еще. Миды, кстати, да. Мне вот удивило то, что здесь харды и миды одинаково вообще живут. Вот в Сингапуре еще, ну, миды по сравнению. Там, во-первых, обогнать сложно, и миды очень быстро становятся такими, как харды, а потом и хуже. И поэтому я решил медиум взять в Сингапуре. И потом хард. Ну, во-первых, СК не повезло, и во-вторых, не убили. СК тебя сорвал отрыв твой, тот, который у тебя был. Ну да, да. Но он, конечно, не роляет. Плюс там ты мне еще подвидывал стены, я серебряком подставился. О, там поворот был такой, так что я тебе
Не в стену все-таки отправил, а так чуть ну, заставил да. поцеловать колесо. Это да. Ну я время потерял, да. Но я жал, понятно, потерял нет. Блин, сейчас эти медовики нас сожрут нахер, кроме тебя. Ну, удачи им. Они стартанут сейчас нормально. Мне красная показала итоговая фиолетовая. Повезло. Герман дисквальнуло. Да, я вижу, он далеко стоит достаточно. Это хорошо, хорошо. Вот, ну, удачи, я пока... Да, удачи. Ладно, пока я оставлю. Хорошо. Я, в принципе, близко старта. А, вы что? Чё? У меня нет старта. У меня тоже нет пока. Вот старт. Герман. Я его второй раз развернул. Ну, он сам полез. Типа место было. Там что-то отстает. Ну и пусть отстает. Ебать, какие-то микроподлагивания. Ну, паре, прикинь, немножко подскочу. Я знаю, да. Из-за того, что меня подлагнуло прям в зоне торможения.
понимать, как это там произошло. СК. Но я думаю, мы знаем, какое мы оба решение примем. Зачем? Можно даже не спрашивать, в принципе. Да. Как там можно было вдвоем так разбиться, я не представляю просто. Где? Если... Посмотри, где они стоят. А. О, да. Ну хз, разбились как-то. Смогли. Я сначала думал, Артем крыло может сломал, но оказывается нет. Раз он, ну, лучший уровень поставил. Вряд ли бы он с крылом это хотел. Не, ну ему крыло можно подломать, просто в этой формуле это не 21-е, где ты минимально крыло ломаешь и все, у тебя все чувствуется. Там же пофиксили вроде под конец стоит. 21. Я уже не помню. Кстати, хардовики в теории, ой, те, кто сейчас на медах, они в теории могут заехать до конца гонки, но это будет не очень. Не, эффективно. Мне кажется, им жопа будет. Ну жопа, но это, да, и не очень эффективно, но мне кажется, это возможно. Я, признаться честно, вообще СК не ожидал в этой гонке. Почему? Ну потому что, типа, тут как во Франции, все далеко друг от друга. Да ну, ну типа, нет. Стен нету. Вот выход из последнего поворота. Часто разворачиваешься в стену. Ну, как там до стены можно доехать? Не, это нормально. Я, конечно, судя по тому, как ты едешь, какой-то дикий, блин, перевес прижима на переднее крыло прям. Меня? ХЗ, ХЗ. Да это очевидно, что ты мне рассказываешь тут. Ну да, у меня прижима больше. Не, мне кажется, прижима у меня больше, потому что у меня на переднем 20, а на заднем 24 вообще. У меня на заднем столько же, а на переднем... 28, не, у меня 28-23. 28 у тебя даже, нифига себе. На переднем, да, 28. А, на переднем 28? Да, а на заднем 23. У тебя 20-24 вообще? Да, в гонке, да, в квалификации 23-24 было. Нифига ты или тот стал. В ТТ, по-моему, вообще ты видел, сколько? В ТТ-шне там, блядь, 19 крыло, да, я да, чуть да, не охуел с этого. Как, блядь, в гонке можно с таким крылом ехать? Постоянно а я вот высоку, тоже. Улетаешь, блин, в ебеня. А я вот вообще решил больше поставить, но я переднее все-таки решил оставить. Мне понравилось это. В принципе, это еще с этого такого. Я помню, ну, когда с этапом Китай не было, ему пятикруговки там с Иван Райтом, Зейном катали. Я просто ставил скоты с этапа, мне очень заходил. Там больше прижима и... Вот сетап? Ну, скот. Это что такое за слово? USA, кота. А, скоты, все, понял. Котенок, ГП-котенок. Я первый раз слышу, чтобы ее котенок называли. Это я называю котенок пока. А-а-а. Не, ну кота же называю. Ну это да. Вот у меня крест только что. Что? Ты у меня лагаешь. У тебя крест. Нет, опять. Алло. Не, все, у меня все нормально. Я не отпадаю. Да. Скорее всего, игра. То крест, то плохое соединение. Офигеть. У тебя на мне? Да. Или у тебя тоже на себе? Нет, у тебя. Вот для меня у тебя. Блядь. Не, у меня со всеми нормально все. Ну как, относительно, то, что все рыжее показывает. Но это для кросс-лобби еще нормально. Не, у меня пиздец с тобой, блять. Ты у меня прям лагаешь. Значит, тебе что я могу сказать? Если что, ты спрашивай меня, где я есть на всякий случай. Не, я типа вижу, просто ты у меня так лагаешь, как этот прошлый. То же самое. Айдос? То же самое вообще, пиздец. Жесть. С остальными все хорошо. У меня со всеми все хорошо, мне никто не лагает. Ну, по крайней мере, из тех, кого я могу видеть сзади. А я не лагаю?
Нет, нет. Блядь, значит, вообще мне ни разу. Ну что за небесень? Ну ты предупреждай просто, как где-то там, что там, на всякий случай. Это если там, допустим, Не, ну если ты, допустим, будешь ближе 0,4. На всякий случай. Или там, если на обгоны пойдешь, или что-нибудь такое. А, да, да. Бля, ну это стрёмно, реально, да. Ну сейчас вроде... Ну показываешь, что у тебя просто восклицательный знак, это, знаешь, плохое соединение. Вот это вот. У меня раньше почти со всеми, но это типа нормально у меня в кросслобе, так и на всех показывает. Да, ну может быть. Но сейчас вроде креста не было уже давно, так что... По идее, нормально. Рестарт, кстати... Где рестарт, блядь? Будет, походу. Последний не словил еще нас. Так он был вместе с нами, чё он это? Он ливнул. А это не он. Не, ливнул Вильямс. Да-да-да, я понял. А, рестарт не будет. Да. Ладно, все вроде стабилизировалось, ура. Ебать, у меня уже за этот СК плюс круг добавилось по топливу. Что-то как-то дико. Да, у меня тоже. С Германом столкнулись. Как вы с Германом столкнулись? Я по внешней в улитку шел, он по внутренней, он чуть позади, и там места больше, чем на машину, и он заднее колесо мне выехал. Ну, я оставлял место больше, никаких резких движений, просто оставлял место больше, чем на машину даже. Ну, я понимаю, тут с твоего экрана может быть никаких резких движений, ну, да, а да, с да, его да. экрана, блин, там так прилететь может от тебя. Ну, да. Ну, типа, он был позади, по идее, он должен контролировать. И вопрос ну, только, были у меня смотри, риски. Смотри, насколько позади. Ну, в заднюю шину. Ну, это еще, вот это уже в базе, это значит, нет, ты должен понятно, учитывать. Что я учитываю, я же оставляю место, типа. Да. И, по идее, движение я вообще не делал. Ну, поворачивал только в повороты и без резкого. Резко. Просто, как обычно, поворачиваю, даже оставляю траекторию фиксной, короче. Мне кажется, похоже на то, что... У нас в Британии было. Они в итоге не наказали за Британию, да? Он даже не кинул жалобу, хотя считал, что виноват. Ну, в ВК написал, что я его убил. Но мне ничего не сделали, да? Он не кинул жалобу. Я думал, заспиниться под таким СК невозможно, но я чуть не умер. Возможно. Эй, отдай педаль. Я знал, что ты будешь ожидать, что я стартану после поворота. Да. Я сердце потолкнул чутка. Ладно, отдаю. Кай. У меня еще просто шины были такие. Со мной нас лагает еще. Пиздец. А за Артём только не говорит, что выпал.
Артём обогнал и не смог удержаться. Хорош. Вася чуть не улетел. Вроде даже время не потерял. Артём-то приблизился. Чуть-чуть. А вот уж. Вывалиться захотел. Ошибся немножко, тормоши. После этого прямо. Когда Артём. Тоже у него по крыльям что-то похожее на моё, да? Не, скорее всего, я хуёво слишком вошел в поворот. Постоянно. Да, миды тут нормально живут, ясно уже.
в Сингапуре он тоже вывалился. Секунда. На 11 кругов. Опять хуёво проехал Леван. Мне кажется, у него крыло выше, да, гораздо, чем у меня. У него, видимо, и шины лучше сейчас поворачивают. Как у меня, типа, крыло? Ну, типа того, да. Он вроде и напрямую нормально едет. Ну, значит, он без заднего едет, потому что он очень хуёво едет на разгонах. Он на разгонах прям очень хуёво едет. С другой стороны, в улитке задние, по-моему, нормально роляет, и он так все приближается. Ну, медиум, походу, реально лютые. Арт тут вообще не живет, это забей. Живет или он слаб? Не живет. Но уже это он должен быть лучше медиум. Ошибся. Артём. Или Артём. И Артём что-то ошибся. А. Но он все равно в ДРС-ке. И он жмёт как у себя просто. Да-да-да, пытается. Thank you.
А сколько у него там батарейки, это капец просто. У него, походу, задние ушли. Он уже вообще не разгоняется. Возможно. Фига? Да. О, на медиум. Да, да, я не увидел просто, что он на пяты уехал. Плохой ты человек, Сквайр. Ничего страшного. Потерпишь. О, на базу. Я вообще планировал на 14-м заезжать. Повезло, что не решил. Повезло, что я не заехал на 14, конечно. Вон Артём летит, летит, летит. Летит. Прилетел? Не прилетел. Нет, конечно. Но иногда, кстати, бывает такое, что ты до СК записывался и обогнал. Бывает. Какие-то обстоятельства тоже сложатся небольшие. Блин, сейчас топливо, блин, пиздалёвым просто будет. Не, типа, понимаю, как тут можно, знаешь, долететь до стены на этой трассе, но, типа, ну, блядь, что, тормоз люди вообще не нажимают, как тут можно в стену улететь, если, блин, только не в случае, если у тебя педаль тормоза отказывает. Мне кажется, последний поворот, реально, последний поворот, я помню точно, в ТТ часто улетаешь в стену, еще с прошлой формы. Ну, я вообще не доставал до стены, если вы, ну, блин, как ты достанешь, если ты тормоз будешь сжать? Ну, тормоз, если да, люди не жмут иногда, ну, в ТТ я точно не жмут. Вот это ладно, а блин, ну на трассе-то. Ну да, логично. На самом деле, мне кажется, ничего бы не поменялось, если бы ты вместе с Артёмом заехал. Да. А, нет, он же впереди был. А, ну да. Ну хотя я его мог обогнать сразу же, потому что медиум. Ну да, ты был бы на более лучших шинах. Которые быстрее прогреваются, да. Но все равно. Да, здесь вообще легко прогреть, за первый сектор достаточно. Но я вот страдал, прогревая хард на рестарте. Не, медиум вообще легко прогревается. Типа за один сектор, за первый. У нас эти заруба, как в реальной эфке Феррари, Ред Булл и еще Мерседес где-то. Мерседес. Ну, будем считать, что это начало сезона, где Мерседес в Саудовской Аравии, скажем так, где он там в жопе где-то. И этот Мерседес единственный Хэмилтон.
пойди рестарт на этом. Ну блин, от этого Астона будет зависеть. Вот, явно догонит. Да, догонит. Артём так близко, мне страшно. Чё? А ну реально так рано, ты знал об этом? А, так в прошлый раз так же дало. Нет. Ну, здесь хорошо, в этом повороте. Какая разница? По 2 метра разница. Ну, ни хрена себе, 2 метра разница. Оно удало на прямой почти. Офигеть. Интересно, ладно. Точно рано дал. А какая разница? Да просто забавно, вообще так далеко дает. Так-то пофиг, он просто забавно. Очень далеко. Ой, они умерли, зайцы. Там, по-моему, Артём. Артём, торможение... что ли? Артём, да, Артём умер, он на торможении, по-моему, смещался, его убил. Или нас. Ну, как с моего выглядело так. Может, конечно, это и нас полностью умер. Thank you.
отстань ты со своей батарейкой. Весь круг жал, блин, практически. Ни хрена, кстати. Ну, а хорошо, на главных прямых. Ну, не совсем. Не сказал бы, реально. Это по траве опасно. Просто если удержусь, то это гарантирует мне как минимум второе место. А может и сжал, я уже не помню. Реально, мне казалось, что я не сжал.
Мам, сделай чуть потише, пожалуйста. А, сделай чуть потише, пожалуйста. Пожалуйста. Ты заорал, блин, я мимо поворота промахнулся. Что это за тактика галактика? Сори. Тебя везет на разгонах, а мне вот сейчас повезло, все равно лучше прошел разгон. Все. Меня повело сейчас на разгоне. Ну немножко, не? Да. Ну и все равно ты лучше прошел. Заруба, заруба идет. Ты
верю в свою напарника. Взаимно. Фу-фу-фу, не дай бог, чтоб карма прилетела. Ну кто знает, может они там боролись. То есть ты говоришь, что Ильнас на потенциальном штрафе? Нет, это не я говорю. Я говорю, что Артём скорее всего смещался с торможением. Вся батарейки больше надо. Все даже не моргает, у меня уже ноль. Еще и лучше труп. Хорош. Шанс. Сколько у тебя было под конец? Я не знаю, не смотрел. Ну, примерно там на последних кругах. Я не вообще не смотрел ни разу на медиум. Чёсь? Ну, типа, не, это я не про медиум, я про батарейку, я про батарейку. А, про батарейку? Ну, перед прямой у меня 68 было. А, ясно, я все время на 10 ехал, если чё. Пытаюсь удержаться. Не, я не выжимал, я копил на последний круг, а потом уже на последних всех зонах ДРС выжимал. Понял. Ну
Шаров четвертый, ладно, нормально, пойти. Это что мы, получается, вас опередили в кубке конструкторов? Вы и так были впереди, я уверен. Да? А, вы там просто... с отрывом большим, я уверен. Да? В кубке? Ну да. Навряд ли. Да нет, точно. Ну, сейчас гляну, интересно. Ну, у меня же в Сингапуре там вообще сколько очков. Давай глянем, чё. Так. А, ну 48, да. Был отрыв. И то от Альпин. А, от вас на 81 был отрыв. Ну плюс бедолага Серебров не смог в итоге присоединиться вообще за весь этот...